В районе Овсяникова могут появиться 17-этажки и детский садик на 140 мест. Публичные слушания относительно застройки этой части Северного района состоялись на этой неделе. Проект планировки территории ограниченной улицей Благинина, Московским шоссе, лесопарковой зоной Овсяникова разработан управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области. Общая территория составляет порядка 16 гектар. На данной территории, вы все прекрасно знаете, располагается торговый комплекс «Лента» на территории раньше, которая была автокомбинатом международных перевозок. Проектное предложение, которое представляем мы сегодня вместе с гражданским проектом, предусматривает несколько зон развития. Это зона жилой застройки.